каждому ТСЖ по семейной гостиной. С таким предложением к районным и городским властям вышли активисты движения «Молодая семья Петербурга». Гостиные при жилконторах – место для встреч. Здесь молодым супругам по задумке активистов можно будет получить юридические консультации, психологические. О необходимости укрепления и поддержки семьи говорили на первом общественном форуме, организованном районной администрацией и общественным движением «Молодая семья Петербурга». Мы разучились, к сожалению, общаться внутри своей семьи с детьми. Нам важно там всех занять, всем раздать планшеты и самим сидеть в компьютерах, чтобы нас никто не трогал. Будем учить заново общаться, играть, проводить время с радостью и с пользой. Кризис современного института семьи участники форума доказывают цифрами. 80% воспитанников дома малютки, детских домов и интернатов – социальные сироты. То есть их родители живы, но они не могут или не хотят исполнять родительские обязанности.